Во втором играет Первушин, 17-й, Зогорный, 80-й, Литовченко, 51-й. В третьем Тарасов, 14-й, и братья Ушенины. Вячеслав, 79-й номер. Ох, какой гол неожиданный совершенно. Рикошет был. Седдиков бросал поворотом. И шайба отлетела в ближний угол. Ну, конечно, без этого рикошета легко бы справился. Мецула неопасный бросок был. Ну, давайте посмотрим. Вот там Кудинов входит в зону. Вот Седдиков бросает. А знаете, это не рикошет. Это именно подставлял клюшку Энквист. Тянулся к этой шайбе. Вот, смотрите. И сумел переправить ее в ворота. Так что целиком и полностью заслуга Андреаса Энквиста. Это его третий гол в нынешнем сезоне.